Февраль – последний месяц зимы, и было бы неправильным оставить без внимания пейзажи, авторы которых так умело отразили настроение солнечного морозного дня или тихого снежного вечера. Так посчитали в городском музее и устроили в фойе администрации небольшую выставку картин новосибирских и искитимских художников. Не всегда люди идут в музей. Я даже знаю многих, которые не были ни разу. Но поэтому мы идем к вам. Почти все картины связаны с Искитимом. Эти виды все узнают. Это Искитим, да. И все узнают, причем конкретно не знают, в каком микрорайоне, потому что, ну, вы сами знаете, дома у нас похожи в одном микрорайоне, в другом. Ну вот, что это Искитим, да. Особенность выездных выставок в том, что они открываются неожиданно, появляются там, где их совсем не думали увидеть. Поэтому первая реакция зрителей – удивление и улыбка.